Всем здорово, с вами Андроид и Андроидыч. Сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Major Magnum Arcade. Что мы в данной игре будем делать? Ну, как видите, как будто мы играем на каком-то игровом автомате, да? Будем управлять одним чувачком, который будет проходить определенное количество уровней. Но весьма необычная игра вообще реализована. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Нажимаем Top Start и начинаем в нее играть. Что мы должны сделать? Мы должны сделать все для того, чтобы попасть вот в эту кругляшку, да, чтобы открылась эта дверь, и мы смогли туда телепортироваться. Как осуществляется управление? У нас есть магниты, да, которые, когда мы так вот тапнем, наш этот персонаж начинает вращаться вокруг них. И мы так вот таким образом можем перемещаться из одного что-то в другое. Допустим, крутимся, отпускаем и летим дальше. То есть мы используем, так сказать, притяжение вот этого магнита и свободное падение, чтобы перемещаться по этим уровням. Также мы можем собирать различные вот эти вот монетки, да. Главное подрасчитать. Игра обладает очень красивой графикой, мне она очень нравится. И вот так мы сможем проходить различные уровни и телепортироваться в другие уровни. Будет постепенно усложняться, но игра охренительно реализована. Очень необычная сама концепция. Я вот очень мало таких игр Android видел. Так очень красиво все банализовано было. А графика, музыка и удобное очень управление. У нее охота играть бесконечно, потому что очень все качественно реализовано. По поводу плюсов, конечно же, графика. А стиль такой же наскебитный, очень красивый. И вообще управление очень удобное. А по поводу минусов, ну, минусов таких я явных и не нашел. Думаю, многим игра понравится, любителям жанра. Мне она точно понравилась. Вот такая крутая и интересная аркада. Всем советую в нее сыграть. Не забывайте оставить комментарий и поставить лайк на данном видео. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока!